хорошо, добрый день, меня зовут Владимир, вас? Что вы смеетесь? Игорь. Игорь, очень приятно, Игорь. Ну что, все просто, мы с вами едем во время поиска отвечать на вопросы. Если к концу поиска ответить на все вопросы правильно, то у вас есть уникальная возможность, во-первых, а, проехать бесплатно, а, б, как минимум, забрать кучу больших вкусных подарков. Примерно понятно, все просто. Мы едем, вы читаете вопрос, читаете 4 варианта ответа, вы же их выбираете. Ну, я же за рулем, я сегодня за рулем. У вас есть возможность убрать 2 неправильных ответа. У вас есть возможность воспользоваться следующими подсказками. Это позвонить другу. Это помощь от Арсеньевского квасного комбината и помощь от коллектива компании Телемикс. Понятно? Да. Читайте вопрос, 4 варианта ответа, нажимайте. Удачи! Это слово означает проверять, пробивать информацию о чем-то или о ком-то. Вариант А – дефектовать, Б – щупать, С – чекать и вариант Д – диагностировать. Я думаю, это вариант С. Чекать? Да. Я честно не знаю. Я вроде простой вопрос, первый. Это слово означает проверить, пробивать информацию о чем-то или о ком-то, дефектовать, щупать, чекать, диагностировать. Я бы диагностировать, ну чекать так чекать. Нет, ну это нет, мне кажется, может быть чекать. Почему чекать? А давайте берем 2 неправильных ответа. Давайте. Итак, я думаю, все-таки это вариант С. Чекать, убирайте. Итак, не без моей помощи. На первом вопросе вы воспользовались этой подсказкой. Он сгорел. Ну, надеюсь, поездка будет у нас длинная, и вы победителем выйдете из машины. Следующий вопрос. Надеюсь. Как называют стиль одежды, выпущенные в 20 веке и получившие актуальность в контексте моды начала 21 века? Давайте, читайте. Хай-тек. Вариант А – хай-тек, вариант Б – винтаж, вариант С – унисекс и вариант Д – гламур. Напомню, есть подсказки «Звонок другу», помощь от Арсеньевского квасного комбината и помощь от компании Телемикс. Мода – это все-таки, наверное, удел девушек. Да. Не может быть, какой-нибудь девушке позволим? Или позвоним? Или воспользуемся подсказкой от Арсеньевского квасного комбината. Давайте воспользуемся подсказкой. Итак, мы переадресовываем вопрос Арсеньевскому квасному комбинату. Там в моде разбираются и подсказывают нам следующее. Им кажется, что это вариант Б. Винтаж. Вы вправе принять этот выбор или предложить свой вариант? Я принимаю выбор и выбираю вариант Б. И это правильный ответ. И что надо сказать? Спасибо Арсеньевскому квасному комбинату. Идем дальше. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Какую мышцу человека называют мышцей жадности? Вариант А – носовая мышца. Вариант Б – короткая ладонная мышца. Вариант С – ушная мышца. И вариант Д – щечная мышца. Я не знаю, это вопрос. Честно, пионерская. А вы знаете? Я тоже, я знаю. У нас что осталось? У нас осталось звонок другу. То есть это кто-то из тех, кто анатомией увлекается, должен да. быть. Или помощь от компании Телемикс. Давайте, наверное, воспользуемся помощью команды Телемикс. Итак, передаем вопрос. Они спорят, дискутируют, дерутся. Но большая часть считает, что это вариант Д. Вы вправе принять или сделать свой выбор. Давайте выберем вариант Д. Давайте. Это был правильный ответ. Поздравляю вас, Витя. Как вам сегодня звезды благоволят? Очень. Так, следующий вопрос. Листья какого дерева лежат на столе на картине Серовым. Девочка с персиками. Клен, дуб,
Сабрина, Каштан. Так. Я думаю, это вариант С. Рябина. Я не знаю. Я не помню. Это надо визуализировать. У нас подсказка. Мы уже почти приехали, и у вас осталась последняя подсказка. Это звонок другу. Давайте позвоним. Да? Кому мы будем звонить? Моему друге. Другу. Моему другу. Как его зовут? Илья. Илья. Ну, он разбирается в современной живописи на время звонка? Остановку делает? Я думаю, нет. Тогда зачем его звонить? Может, маме лучше? Да нет. Громкая связь, максимальная громкость, пожалуйста. Как у вас программа называется? Вопросы на колесах. Алло, Илья. Я сейчас... Привет. Я сейчас нахожусь на программе «Вопросы на колесах». Мне нужна твоя помощь. Задавайте вопрос. Листья какого дерева лежат на столе на картине Серовым? Девочка с персиками. Вариант А – клен, вариант Б – дуб, вариант С – рябина и вариант Д – каштан. Вы уверены, Илья? От вашего ответа, Илья, зависит ваша дальнейшая дружба. Ну... Это клен. Итак, Илья предложил вариант клен. Спасибо большое, Илья. О том, остались вы друзьями дальше или нет, мы узнаем в конце программы. Кладите трубку. Пока, Илья. Попрощался с другом. Игорь, так. На самом деле, логика в словах тоже есть. Ну, давайте доверимся моему другу и выберем вариант. Давайте так, Игорь, вопрос. Если это будет неправильный ответ, вы продолжите дружбу? Я думаю, да. Вы устроите ему темную? Нет. Не поставите его на счетчик, все, да. все мирно. Ну, тогда выбирайте. Какое вы видели свое удивление сейчас? Илья первый раз не подвел меня. Первый раз? За сколько лет дружбы? Да. Давно. И он вас первый раз только не подвел, да. Обычно подводит, как настоящий друг. Ну давайте, последний вопрос, мы уже подъехали. Какой аллюр лошади самый быстрый? Начнем с того, что такое аллюр, вы знаете? Ну это... Вид бега. Так. Да, согласен. Знаю. Вариант ответа. Вариант А – галоп, Б – шаг, вариант С – рысь и вариант Д – иноходь. Я думаю, это вариант А – галоп. Возможно. Подсказок у нас, по-моему, не осталось, да? Да. Подсказок нету. Иноходь. Или галоп. Галоп. Вы выбрали галоп. Да. А что такое иноходь? Мне непонятно. Я даже не знаю. А вдруг это правильный ответ? Я честно не знаю, прям честно-честно. Галоп, я тоже знаю, что это быстро. Рысью и шаг. Вот ваш конечный адрес. Надо подумать. Осталось выбрать ответ. И мы сейчас узнаем, сколько вы заплатите за поездку. 0 рублей или в 10-кратном размере. Да-да-да. Я забыл об этом сказать, что за неправильные ответы. Оплачиваю стоимость поездки. Увеличить 10 раз. Итак. Я выбираю вариант А. Голуб. Да. Аллилуйя. Ну, я поздравляю, вы доехали бесплатно. Вы стали спасибо нашим большое победителем. Ну что, супер игра? Вы уже победитель. Uh-huh. Вы уже приехали. Вы уже все выиграли. Супер игра, один вопрос, 4 варианта ответа. Никаких подсказок и 30 секунд на подумать. Давайте попробуем. Читайте вопрос. Сколько постоянных зубов должно быть в норме у взрослого человека? Вариант. 26, 20, 34 или 32. Смотрите, если вы сейчас отвечаете правильно, то вы получаете целую упаковку кваса от Арсеньевского квасного комбината. Да ладно, блин. Я очень хорошо подумал. 30 секунд, время пошло. Итак? Я думаю, 32.
это был неправильный бы ответ, если бы вы выбрали, допустим, 34. Это правильный ответ. Поздравляю. Победитель. Вы только что выиграли бутылку, упаковку кваса. Вы рады? Очень. Спасибо. Спасибо. Кому надо сказать спасибо? Куда? Куда? В какую камеру? Спасибо Арсеньевскому костному комбинату за этот подарок. Великолепный.